Ну что, дорогие друзья, вы только посмотрите на эту красоту. 15 новых геликов, 63-х, АМГ, все как надо, но буквально через мгновение каждый из этих геликов превратится в груду металла. Потому что, друзья, сегодня в новой серии помимо NG Drive мы устраиваем новый смертельный спуск для геликов. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на новенькую серию по нашей любимой игре под названием BeamNG Drive. Бимка никогда не надоест. И, кстати, ставь лайк, если до сих пор в шоке от моего нового образа и от моих волос. Ну так вот, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Давненько мы не запускали сразу кучу автомобилей. Последний раз это было, по-моему, с героями Бимки. До этого мы запускали 15 ЖИК. Да, в принципе, получилось неплохо. А вот как насчет того, чтобы запустить что-то подороже? Друзья, напомню на всякий случай. У нас есть огромный спуск, неконтролируемый, куча препятствий. И вообще до конца доедет не каждый. Но вот кто именно, мы как раз-таки сегодня и узнаем. Потому что победителей будет, ну... Давайте я не буду просто даже ничего прикидывать. Мы просто нажимаем, значит, максимальный риск на двоечку. Значит, и, соответственно, запускаем наши гелики. Друзья, 15 гелендвагенов разных. Воу-воу-воу-воу-воу, смотри, зеленый хром. Таранит розовый хром, там еще золотой хром. Ой, там, ладно, хромированная вечеринка началась. Ой, начинается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько запчастей, ты смотри. Подожди, я вынужден поставить на паузу, потому что мы должны просто разобраться в этой ситуации. Значит, у оранжевого здесь все, в принципе, хорошо. Только вот это, мне кажется, не от него. Здесь попахивает фиолетовым цветом. А, так это, видимо, от него. Что-то тут он, да, ну да-да-да, уже без ебальничка. Уже без ебальничка, красный просто переворачивается. Куча... А, это колесо, да? Ну да, это колесо. Ну, друзья, это смертельный спуск Бимки, как бы. Здесь всегда такая ситуация происходит. А это как так получилось-то? Шиномонтаж на ходу сейчас или что? Подожди, уже он на зиму или на лето уже переобувается? Так, а здесь смотри. Ага, а кто-то... Но этот-то едет. То есть кто-то-то может... Давайте продолжать, давайте продолжать. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, мне интересно... Мне кажется, такого... Подожди, нет. Такого количества объектов на этой карте я не припомню. Посмотри, они просто как будто на молекулы распадаются, эти гелендвагены. Колеса в разные стороны летят. Какие-то хромированные запчасти, какие-то бампера, какие-то капоты, какие-то молдинги. Все это разлетается вместе с колесами и выглядит как будто какой-то, я не знаю... Просто новогодний салют из гелендвагенов. Ну, реально, по-другому это просто не назвать. Смотри, этот Бискай, он решил... не успели его переобуть, он решил поехать так. Так, там колесо летит. Давайте мы просто проследим, какая ситуация у нас происходит. Это они так едут? А, подожди, что? Подожди, эти в яму. Эти решили как бы не продолжать движение. Так, борьба. Борьба! Смотри, сейчас втроем улетят! Чё? Что? Сейчас было? Подожди. Они просто пропали. Я ничего не восстанавливал. Подожди, вот эти? Чего? Подожди, нет, стоп! Вот просто напишите, пожалуйста, тайм-код. Я сейчас, у меня же, ну, не беда с башкой. Куда они едут? Подожди. Это бред какой-то, блядь. Подожди, я сейчас своими глазами... Видел, что они втроем врезались. Это однозначно было так, по-другому быть не могло. Они втроем врезались. А-а-а, блядь! Подожди, серьезно? Стоп, я сейчас прав или нет? Блядь, я, по-моему, понял, что произошло. Я запустил трафик случайно, а не этот... Ой, блядь, они восстановились просто как трафик. Какой я дурачок! Я думаю, что за херня происходит? Только что произошло ДТП, они просто исчезли куда-то. Вообще, у меня впервые такое произошло. Я, короче, трафик запустил. Вот теперь все стало на свои места. Так, друзья, давайте мы сейчас быстренько разберемся с этой ситуацией. Я сейчас поставил их переспауниться, поэтому... Сейчас. Теперь остается дело за малым. Их еще раз расставить и еще раз запустить. Но в целом получилось неплохо. Мы уже понимаем, что борьба будет прям до последнего. Так, мне пришлось немножечко по-другому их расставить. Самое главное, что тут есть золотой хром. Такой прям, ну прям вот золотистый хром. И он, смотри, он прям вот, он рвется. Он даже не постоплил, он чуть-чуть на нее за... Ну, борзый. Ну, сразу видно. Ну, блядь, тут все как бы пацаны непростые собрались. Поэтому, ну что, придется и как бы с уважением к ним отнестись. И теперь вот так мне надо было все это дело запустить. А я думаю, что беги. Беги. Это тот вариант, который, собственно говоря, обычно, правда, от геликов бегут, а не на геликах. Но тут...
ситуация. Так, тихо. Ой, ну неполадочки какие-то. Ой, неполадочки какие. Ой, куда ты лезешь? Смотри, а те стабильно едут. Давай их догоняй скорее. У меня, правда, радиатор пробит. Я не знаю, каким образом мы сейчас это сможем сделать, друзья. Мы должны тоже как бы попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а у него 200-то максималка, карабасу, то сейчас мотор-то как себя чувствует, 210, хуячу! Ну, мотор не взрывается, при этом у меня пробит радиатор, какое мясо, пиздец, я не понимаю, кто из них, кто-то же проехал? Там вообще рама оторвалась, так, белый решил в свою ямку заехать, так, ребят, это будет сложно, потому что вы видите, да, состояние моего автомобиля в каком... Хорошо, что поворотов нет. Я как бы еду и еду. Мне хорошо. А кто у нас едет первый? Смотри. Опа, здесь какие-то проблемы. Это золотой хром. Это тот самый борзый чувак. Так, подожди, а это кто? А это простенький какой-то. Какой-то простенький, смотри. Он тут, ну как простенький? На гелике простеньких не бывает, как говорится, да? Но такой, темно-синенький, да, я так понимаю? И чё, подожди, чем это закончится? Я думаю, что у меня тут остановочка финальная, потому что я дальше буду очень долго ехать, поэтому я аккуратненько вот так вот переворачиваюсь на крыше, делая небольшие перевороты. Ну, а чё, как бы, мне не сложно. Ой-ой-ой-ой, как много запчастей, не знаю, мне кажется, когда мы запускали те же жиги, столько деталей не разлеталось. Вот это я понимаю, сила воли. Вот это вот насрать на все, потому что Гелендваген, как переводится правильно? Хуярю, где хочу. Так, ну чё, а тут кто-нибудь приедет еще? Нет, все там, понятно, понятненько. Давай вернемся тогда на финиш, точнее не вернемся, а съездим. Один, он реально, подожди, во-первых, у него как-то очень мало повреждений. Ну, то есть я вижу, что у него замят порог, и все. То есть у пацана как бы все хорошо. Не у пацана, а у мужика, с уважением надо все-таки, потому что пацаны, ну, пацаны, конечно, ездят на геликах, но все-таки мужчина. Мужчина доехал успешно, и как-то я даже удивлен, я не понял, какой у него там был маршрут, но в остальном, конечно, здесь беда. Здесь просто беда, кто-то повалил, то остались рожки да ножки, блядь, руль да рама, как говорится, руль нормально, кстати, да, висит в воздухе. Ну а чё, нормальненько. Ну здесь тоже небольшая проблема, по-моему, присутствует. Здесь... А, ну доехал, кстати, бля, Нардо Грей, вот этот цвет ненавижу, вообще не понимаю, как может... Ну мне не нравится просто. Так, этот, здесь вот ноги, я так понимаю, в начале, да, решили как бы... Вот он мог бы еще что-то, мне кажется, прокатиться. Да, рама дело такое. Ну что ж, хорошо, мы в принципе поняли ситуацию. Давайте тогда попробуем всех восстановить и попробовать посмотреть, как это будет вообще происходить со стороны. Потому что мы не можем, к сожалению, за всеми углядеть. Поэтому я хочу просто попробовать посмотреть, что происходит, вот, допустим, в самом начале. То есть вот они стартуют. Вот они, красавчики, едут, смотри, вот они... Подожди, тихо, я хочу посмотреть внимательно. Значит, смотри, вот этот, ну, чем-то похож на мой гелик, чем-то похож. И это, вот этот, что ли, приехал? А как он же справа стартанул, там же пиздец. Смотри, вот эти друг друга сразу не взлюбили, синенькие и красненькие. Они там пытаются как-то подрезать друг друга. Этот вообще решил в дрифте спуститься. Открыл дверь, такой, бля, наблевал и дальше задним ходом похерачил. Ой, красота-то какая, какая красота, ты смотри. Вот этому просто не повезло в самом начале, он начал кувыркаться, а в целом, ребята, летят к успеху. Ну, на гелике только к успеху, я считаю, потому что, как бы, другого слова не существует, и несмотря на то, что он вылетает с трассы и полетит сейчас с обрыва вниз, он все равно верит в этот успех. Давайте тормознем, посмотрим. Вот этот, кстати, относительно целый. Ух ты. Нормально. Не, ну, смотрится красиво. Красиво они, конечно, разлетаются, колеса в разные стороны, огромное количество каких-то запчастей, каких-то просто немыслимое количество каких-то переворотов. И здесь, смотри, все выходит из-под контроля. Зеленка куда-то взлетает вверх. Поверил в себя, решил, что он космонавт, походу. Так, а здесь, смотри, рыжий нормально едет. Этот золотой. Вот, а тройка лидера. Давай смотреть, что здесь будет происходить. Прям без ускорения. Ой, без замедления. Так, смотри. Опа, рыжего немножко потрев. Смотри. Это... Ой-ой-ой, а вот сейчас все меняется, как они... Ой, блядь, мясо какое! Это вот он как-то пропрыгал в прошлый раз, а сейчас не повезло! И он улетает. Так, а кто-нибудь прилетит еще? Вот он. Блядь, сколько колес-то летит, ты смотри. Темно-синий хром. Не, это не тот, это не он выиграл в прошлый раз, это другой, смотри, у него есть все шансы! Я даже не знаю, где он там стартовал, но он... Опа, небольшая ямка. Блядь, колеса... Подожди, у него, по-моему, с подвеской проблема, да? Ну так, немножко... И он единственный, кто приедет? Нет. Да. Или нет. Подожди, но тут лобовое столкновение. Ну как лобовое? Ух ты, бля, колесо-то... Я, ну если мы узнаем, чье это колесо, в целом оно, скорее всего, докатится до конца. Так, ну вот этот как блевотун, ну потому что цвет такой какой-то, ну не очень симпатичный, он...
мог доехать, но немножко перепутал, видимо, после ДТП произошло что-то, он такой, а, бля, куда ехать, и поехал в итоге в сторону старта. Слушайте, темно-синий... Мне так нравится, откуда эти все колеса летят вообще, я не понимаю, до сих пор причем как бы. Ладно, там вначале они все разлетались. Один только лишь доехал до конца, я не понимаю, как это возможно. И причем у него особо-то там, блядь, тут вообще жесть какая-то, просто жесть. Просто жесть. Так, давайте попробуем... Подожди. А, он раз такого цвета был? Мне казалось, он темнее. Ну такой, подожди, где он стоит? Вот мне просто интересно, давай посмотрим. Ну, в целом, у него хорошая позиция по левой стороне, но не первый. То есть, он кого-то успел обогнать. Каким-то образом он избежал все то, что происходило, собственно говоря. Так, знаешь, что мы сейчас сделаем? Я сейчас поступлю немножко хитренько, потому что синенький с красным сцепляются в самом начале. Давай синенького вот здесь поставим за красным, чтобы он как бы имел хоть какую-то возможность уехать. Так, вот теперь, подожди, мне надо найти себя. Где я-то, блядь? Вот я, все, я немножко заснул на старте, но мне, знаете, может, это спасет жизнь. Я попробую тоже сейчас как-то проехать, так. Ага, ну все равно они как-то друг друга не взлюбили, синий с красным, блядь, как это все еще объезжать? Это реально сложно, потому что колесо, блядь, колесо, еще там что-то происходит. Так, подожди. А, у меня колесо отлетело. Нет, не отлетело, но почти, друзья, почти, я не знаю. К сожалению, все, это не я, не по моей вине, Я пытался, друзья, но все это закончилось примерно так, и сейчас... Ой, как красиво-то они проехали прямо, а? Не заметили, даже что я тут кувыркаюсь, я им даже не помешал. А тут яма, та самая зловещная яма, в которую попадают... Не все. Смотри-ка, синему наплевать вообще на все. А вот это кто разъебался здесь? Кто-то разъебался. Это я... А, это я, что ли? Не, подожди, стоп, я сюда ничего не долетал. Так, борьба какая-то в конце. А, нет. Он опять единственный, подожди, что? Да, он опять единственный, кто приехал. У него самое удачное место спауна получается, потому что он... Но он не один будет. Синий, которого я переспаунил, поменял ему место, где он появляется, он тоже доедет до конца. Остальные просто без вариантов. Большинство остаются вообще здесь. Они начинают разматываться, потому что стоят вплотную друг к другу. И, конечно, им очень-очень-очень сложно. А что, если их запустить по отдельности? Смотри! Вот примерно таким образом. То есть кто-то там... Ух ты, блядь, там что-то вначале произошло. Ну, подожди, давай посмотрим на это все. Сейчас, опа. Что там произошло? Смотри, первый заспаунен был золотой, скорее всего. Либо ему очень сильно повезло, либо он просто, вот он не чувствует проблем. Он вообще не чувствует проблем, а вот здесь уже, за счет того, что они не одновременно стартанули, смотрите, более адекватный старт произошел. И, возможно, за счет этого сейчас большее количество участников доедет до конца. Смотрим, они реально едут успешно. Ты смотри, все! Все едут, причем примерно... Так, там что-то произошло, Быстро снимаем паузу. Все, фиолетовый сцепился. Вот он, это он, победитель в двух заездах. И каким-то образом, я не знаю, что у них произошло. Я, к сожалению, не уследил, но выглядит это максимально эпично. Это... Ой, блядь, это кто улетел-то? Ты чё, братан? Братан, ты чё? Как он вообще умудрился туда вылететь-то? Я не понимаю, там все было под контролем же. Относительно все было хорошо. Двое просто улетели в скалы. Здесь из-за того, что они между собой сцепились, произошло... И сейчас еще удар. Дополнительно небольшой ударчик. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Как много гелендвагенов и как много денег сегодня было потрачено. Представьте просто стоимость каждого из них. Представьте, что они новые. Просто новые гелики. Да, кому-то они не симпатизируют, кому-то симпатизируют, но суть не в этом. Суть в том, что это дорого. В реальной жизни такое представить практически невозможно. Смотрим на ту самую зловещую яму. Подъезжают несколько участников. Как они будут прыгать? Золотой борзой. Не повезло. Ну, тут получше, но тоже не повезло. Беляш, смотри, что делает! Беляш пропрыг... Ой-ой-ой-ой-ой, как же опасно, не каждый рассчитал скорость, но смотри, зеленка объезжает. И у нас остается несколько участников, которые могут победить, здесь произошло ДТП двойное! Смотри, просто Беляш потерял лидерство, просто на ровном месте, начинает кувыркаться, извиваться, как червяк. За что? За что ты так? Ну ты же мог выиграть! А зеленка, несмотря на небольшие повреждения в районе передней левой части... Похоже, будет лидером. Вот так все поменялось от спауна. Понимаете, я просто по-другому запустил, поспаунил поочередно, и вот на что это повлияло. Я, соответственно, остался где-то в начале, потому что мне особо даже смысла. Фига тут. Я что, на разборку, что ли, приехал? Запчасти для гелика, выбирай, что хочешь. От рамы до руля. Ладно, так, здесь...
Ну да, вот это, конечно, обидная хуйня, потому что он реально уверенно вырвался, он лидировал, и просто приземление кривое, перевороты, и машина, конечно же, не на ходу. Так, опять у нас разборка запчастей. Ну, ух ты, блядь, где-то под текстурами, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это бернаут неплохой. А вы когда-нибудь видели бернаут передними колесами на гелике? Вот теперь мы видели все, друзья. О-о-о-о, так, у нас получается, ну все, он один, да? Смотри, он как пафосно ты еще подъехал, ты понимаешь? Но на гелике, потому что не просто же он подъехал, остановил, он, бля, бочком, все как надо. И оттуда выходят какие-нибудь серьезные мужчины. Именно так на гелике открывается дверь. Я как владелец гелика это, конечно же, знаю. Вот так я примерно, друзья, знаете. Ну, блядь, ну, я, самое главное захлопывать, знаете. Вот я вот, бывает, открываю его, вот так, а потом вот так вот. И потом надо со всей силы, потому что иначе можно не закрыть. Так! Мне понравилось вот то, что мы сейчас сделали. Мы сейчас заспаунили их не одновременно. И сейчас... Опа! Опа, 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 опа! Еще разок, смотри! Опа! Вот это я мясо сотворил! Смотри, кто-то вроде уехал, а кто-то нет, смотри! Вот это мясо! И что сейчас будет? В каком-то смысле кто-то поехал поодиночке. Кто-то поехал... друг... Это обиделся, походу, блядь. Ну, братан, ну извини, ну правила такие. Я диктую правила. Так куда тут? Че сразу началось-то? А Беляш, смотри-ка, разъебался в самом начале вместе с Рыжим. Спущенная шина, блядь, бампера проскидывают свои, блядь, блевотного... Блядь, да что тут? Рама, ёба! Да кто ж мог подумать-то, а? А чё так быстро-то? Как-то быстро всех их размотало, я не знаю, насколько это был удачный спаун, но тем не менее, кому-то повезло. Ну, кому-то не очень, а кому-то очень. Синий, смотри, так, если он сейчас удержит... Если... Вот это он трюкач, слушай, ему в цирк бы выступать, сейчас на колеса встанет. Встанет? Встал. А чё дальше? Блять, у нее реально есть шанс. Нет, братан, куда? Ай, блять, а было-то неплохо. Было неплохо, могло закончиться, и у нас есть лидер! Снова зеленый. Зеленый хром. Кривой косой, но доедет до конца однозначно и будет единственным. Неужели я его как-то... Ну давай я ему сделаю подлянку. Так повезло ему в очередной раз, что хочется его немножечко наказать. Я его растянул, блять. Ну, это так, я, конечно, не... Ну, мои правила, как бы, мой спуск, мои правила, поэтому, как бы, ну, вот так вот, вот немножко невидимое препятствие для Гелендвагена, и финиша не состоялось, но смотри, кто едет! Саня Булкин, блядь! После ремонта своего геля, вот это нормально кузовню ему сделали, блядь! Не, ну, слава богу, у меня по кузовне все хорошо с Гелендвагеном, там сейчас на данный момент проблемы с электрикой, но, ребят, да, не хотелось бы, конечно, ну... Тут как бы гелик-то новее, нежели у меня, но все равно по кузову есть некие проблемы. То есть получается, он где-то кувыркнулся. У него крыша мята неспроста, ну либо кто-то ему, конечно, приземлился на крышу. Он где-то кувыркнулся. И каким-то образом весь косой кривой доехал до конца. И не один! А кто это? А, ты смотри какой, а? Ты смотри какой он! Разорвало полтачки, а он пересек финишную черту. Ты понимаешь? Я ему помешал, но по факту он выиграл, если бы я не помешал ему. Да, вот такие вот Гелендвагены непредсказуемые, понимаете? То есть можно вот так вот думаешь, сейчас выиграет один, а по факту так, опа, 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 кому как повезет, тут не мои проблемы, не мои, а где зеленка-то? Ой-ой-ой, там, подожди, там проблема произошла где-то, стой, 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 опять перес... Ой, ой, оп, бля, подожди, срослись жопами, так, все, едем, эти пусть, они тут, они потом догонят, наверное, а может быть нет. Так, а что с тобой? Братан, ты чего? Ну ладно, там трое, короче, осталось. Сзади синий, ну ты же можешь, мы же знаем. Смотри, уверенно, как обогнал ты еще, ты видел? Он прям... Мне кажется, кстати, лучше это всего, но боты-то не такие умные. А я поумнее буду, наверное, да? Если мы сейчас... Блять, что... О, нейтраль скинем. От этого скорость-то будет быстрее. Ха-ха-ха, мы-то не упираемся никуда, смотри, 270, хотя, как сказать. Блять, я не могу... Нет, я хотел влево, но там... Проблема, ладно, хорошо, окей. А вот тут интересно, морковка. Вообще, его тут не припомню, темно-синий хром. И опять он, да ты чё, а, делаешь-то? Ты чё делаешь? Ты как это вообще-то... А как он это делает? Подожди, я же никаких... Я там тыкаю, блядь, рандомно их спауню, и каким-то образом ему все равно... Так, хорошо, вот так, смотри, с такой паузой восстанавливаем. То есть, фактически, они сейчас поедут как-то, типа, в одиночку. Ну, типа. Так, подожди, давай, драйв. Если сейчас опять доедет зеленый, это уже будет магия. Потому что, смотри, сейчас ты видел, что я их с паузы. Там вообще, по идее, золотой хром, как бы. Но он уебется, скорее всего, потому что у него там справа по правой стороне. Так, нейтралка. Лайфхаки пошли.
Что-то пробил, да? Ну ничего страшного, бывает. А, блять, я не могу этой хуйней управлять, если она куда-то ее несет, этот Гелендваген, его вообще не вырулить. Я не знаю, как это сделать, пацаны. Так. Я пытаюсь. Я пока пытаюсь. Спущена шина, это не проблема. Включаем драйв. Мне кажется, там много, кстати, кто доедет. Я, возможно, конечно, ошибаюсь, потому что там все равно произошло некое ДТП. Мы можем пролететь, посмотреть. Ой-ой-ой. Так, подожди, это что такое? Это вот этот говнарь приедет сейчас? Смотри, смотри, реально, он вообще, по-моему, ни разу, да, не доезжал? Блеватун этот. Темно-серый и красный. Вообще новые победители, ты понимаешь? Совершенно другие. Охереть, но тут вряд ли кто-то уже доедет. А вот и зеленка, а тут что-то с ним произошло. То есть все вот до этого у него получалось-получалось, а тут он такой, блядь, не получилось. Ну что, друзья, давайте последний раз насладимся этим спуском вместе со всеми. Я думаю, так будет красивее все-таки. И финальный раз. Все это до этого было, конечно же, сон. А теперь по-настоящему. Теперь по-настоящему мы узнаем, кто же. Кто, ой, как там вот в начале, ты смотри, вот эта борьба начинается, они начинают друг друга там прессовать, друг друга что-то там обижать, блядь, что-то там пытаются помешать кому-то. Это смотрится, это на два колеса встал, ты смотри, да, что не сделаешь ради победы. А то что? Ну тут все уверенно, вот как происходит так, что золотой-то я не понимаю, он же может, он же захочет, если то сможет. И этот тоже вроде как выглядит неплохо, но по факту... Начинаются вот эти развороты, вот эти удары на ровном месте. Просто на ровном месте происходит замес. Ты смотри, да? То есть этого же всего могло не быть. Ну-ка замедлим, посмотрим. Этот вообще каким образом начинает переворачиваться, я не понимаю. Здесь тоже какой-то пиздец, я тоже не понимаю этого. Они сами себе устраивают проблемы. Вот все, что я могу сказать. Смотрим дальше. Так, когда начнется... вот он, беляш вместе с синим. Ой, как нехорошо. И вот смотри, что происходит. Просто они теряют колесо на ровном месте, происходит удар. Друг другу помешали. А вот тут сейчас начнется веселье. Вот тут сейчас начнется... Так, вот он, виновник торжества! А какого хуя ты потерял сцепление с дорогой? Объясни мне, пожалуйста, вот как, что произошло-то? Смотри, подстава! Бах! То есть ехал, никому не мешал совершенно, и сейчас произойдет удар по вине... Смотри, ну ты понимаешь, да? Ты понимаешь, что ничего он не мог сделать, он не мог его объехать на такой скорости просто никак. Вот, он просто списал со счетов себя и списал вот этого темно-серого, получается. Здесь все весело, здесь начинаются кувырки, ну смотри, трое как минимум едут. Теперь я понимаю, почему зеленый походу выиграет, потому что впереди яма. И далеко не каждый ее объедет. Давайте посмотрим, как это произойдет. Итак, мы ускоряем. Мы ускоряем, и вот сейчас, пожалуйста. Ну давай, ну ты же можешь... Ну что не так? Ну что не так? Все так! А у тебя? А у тебя проблема, братанчик. У тебя проблема. Золотой хром улетает, и... Остается борьба между зеленым хромом и темно... Ну как, не темно? Ну да, такой как бы типа хром просто, да? Который серебристый. Как пройдет прыжок здесь? Смотрим. Так, ускоряем. Хорошо, хорошо. Так, подожди. Смотри, зеленка обгоняет! А как так получилось-то? Как так... А чё он сбавил темп-то? Он просто уступил первое место зеленке. То есть зеленка у нас сегодня, во-первых, больше раз реально выигрывала. И по факту в финальной гонке, друзья, мы видим это, что зеленка выигрывает. Просто потому, что она вырывает победу. Я не знаю, как так получилось. Будет ли третий? Будет ли третий выживший, кто доедет до конца? Или все произошло... Слишком быстро, и на ходу больше никого не осталось. Но вот этот вот розовый... Ну, не выглядит он прям совсем-то супер разбито. Мне кажется, при желании мог бы. Так, куча запчастей. Ну да, здесь уже, конечно, просто не машина, а непонятно что от машины осталось. Рыжий. А в яме... В яме один, кстати. Вот яма, она больше мешает. Она вот приземлиться нужно как бы хорошо. А так, по сути, туда падают далеко не все. Ну и, конечно, есть те, кто остался... В самом начале. Ну что, друзья, сегодня был смертельный спуск 15 геликов. Давненько мы не устраивали чего-то подобного, поэтому если вам понравилась эта серия, поддержите ее лайком. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.